Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим мясо с баклажанами в мультиварке. Для блюд нам потребуется 400 грамм мяса, я взяла свинину, можно взять говядину или курицу. Также нам потребуется одна луковица весом 150 грамм, сладкий перец весом 100 грамм, баклажан весом 250 грамм. Из специй я буду использовать карри, перец чили, сладкую паприку и черный молотый перец. Еще нам потребуется подсолнечное масло, соль и вода. Овощи нарезаем достаточно крупно, так как они будут тушиться вместе с мясом. То есть примерно сантиметр в толщину. И далее брусочками. Вот таким образом. Лук разрежем на 4 части. И теперь такими полукольцами. Вот так. Перец нарезаем тоже достаточно крупно. Вот таким образом. Осталось нарезать мясо. Мясо нарезаем не крупно, но и не мелко. Примерно 2 сантиметра в толщину. 1,5-2 кубиками. Вот таким образом. На одной чаше мультиварки наливаем 3 столовые ложки подсолнечного масла. То есть масло должно быть тонким слоем по всему дну. Далее выкладываем все овощи и мясо. Выкладываем все сразу. Сразу добавляем специи. Столовую ложку сладкой паприки с небольшой горкой. Это придаст цвет блюду. 1/3 чайной ложки черного молотого перца. 1/3 чайной ложки карри или просто куркумы. 1/4 чайной ложки перца чили. 2 чайных ложки соли без горки. Все это просто перемешиваем. То есть, чтобы специи распределились равномерно. Добавляем 200 мл воды. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме тушения вид продукта мяса 1 час. Нажимаем старт. Через час блюдо будет готово. Прошел час. Вот такое блюдо у меня получилось. Очень аппетитное, очень ароматное. И подойдет к любому гарниру. Сверху посыпем зеленью. У меня петрушка. Мясо получилось сочным, в меру острым, с очень вкусной подливой. У меня сегодня на гарнир рассыпчатый рис. Можно использовать гречку, макароны или картофельное пюре. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!